Сегодня я еду купаться на Клязьминское водохранилище. Да. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Ну что, поехали. Небольшую пробку. Еле-еле едем. Едем мы по МКАДу. Все, у нас такая жара, плюс 30 градусов. Дышать просто нечем. Просто дышать нечем. Такая температура стоит уже где-то 11 дней. Это ужас. Проезжаем в национальный парк Лосиный остров. Встали в пробку. Это, кажется, посерьезнее пробка. То мы быстро проехали. Все еще проезжаем Лосиный остров. Все красивые березки стоят. Ну что, мы уже приехали на водохранилище, припарковались, нашли местечко. Сейчас возьмем свои шмотки и пойдем купаться. Это, друзья, я вхожу на территорию водохранилища. Вот там вот животные должны быть. Вот там. Сейчас увидим верблюда. Где он? Козочки должны быть. А вон там вот дети, и вон там стоит. Сейчас. Вот, друзья, верблюд. Ой, надеюсь, не плюнет. Кушает хлебушек. Там лама есть. Какой красивый. Какой красивый верблюд. Отдыхает, лежит. Какой красавец. Боюсь подходить, он же может плюнуть. Вот козы здесь есть. Белка. Белка. Иди ко мне. Иди. Иди. Хорошая белочка. Готовить, плевать. Стадо коз идет. Кормит коз. Тоня!
Как их много. Давайте, капуста, сколько капусты. Вот стоят, попрошайничают. Привет. Кушать хочешь? Кушать? Карусик, какая карусик, девочка. Девочка или мальчик? Что? Что мне все хочется? Что мне все хочется? Хорошая козочка. Хорошая. Вон и все идет. Привет. Все ушло. А это лама. Кушает травку. О! Идет ко мне, идет. Они тоже могут плеваться, говорят. Красотулька такая. Отдыхает верблюд. Такой серьезный вообще. Такой интересный, прикольный. Наелся. Отдыхает. Его сейчас покормили тут дети. Красавец. Ой, какой красивый. Красотень просто. Кстати. Сделали вот такой вот красивый тоже водопад. Какие-то птицы вроде бы жили. Сейчас их нету. Водичка. Пруды. Очень красиво. Ой, там утки, наверное. Здесь кто здесь? Да, утки вон. Так, пойдемте смотреть вольеры. Кто здесь живет? Волк. Там волк. Или кто это? Не пойму, кто это. Наверное, это волк. Нет, это не волк. Какое-то животное. Сурок, что ли? В общем, это животное спит. Так, пойдемте дальше. Тут никого нету. О, рысь. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Просыпайся. Доброе утро. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Как она красиво спит, милашка такая. О, няшная. Отдыхает. Кс-кс-кс-кс. Ой, там еще. Вон там. Кс-кс-кс-кс-кс. Она спит. Кс-кс-кс-кс-кс. Жара, спят. Так, идемте дальше. Тут какие-то птички. Вон ходят. Ой, дерется. Птички какие-то, курочки. Кричит. Индюк. Там курица бегает. Серая курица. А вот там вот индюк. Вон там, где лестница, видите, нет? Вон там. Вот это вот индюк, короче. Не видно его. Курочку видно. Чешет перья свои. Чистишь перья, да? Перья чистишь, молодец. Так, а здесь кто? Здесь волк. Или собака?
Здесь собака. Здесь просто собака. Здесь тоже собака. Вон, просто собака спит. О, павлин. Кс-кс-кс-кс. Парочка. Самка на яйцах, наверное. Красивые. Охренеть. Здесь кто? Здесь никого нету. О, медведь, боже, меня аж передернуло. Миса. Миша! Кс-кс-кс-кс. Миша, сдавай, вставай. Ты ж тяжело, жарко тебе, да? Жарко, Миша. Какой хороший носка. Миша. Миша спит. Ладно, пускай спит. Пойдем дальше. Здесь никого нету. Никого нету здесь. Вот здесь лисы. Лисички. Вот лисички. Раз, два, три. Слушай. В этом вольерчике вот спят лисы. Вот раз, два и три. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Похрен спят. Подъем. Вставайте. Кс-к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 с. Нет, не хотят. Не хотят. Ладно, пусть спят. Ой, какая няшка. Это кто? Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Какой хороший. Такой запах отвратительный. Фу. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Ты какой красивый зверек. Это кто вообще, не могу понять, что за зверек? Это, друзья, енотовидные собачки. Бегает туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Бегом, 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 бегом. А в этом большом вольере отдыхает маленький-маленький кролик. Какой красивый кролик. Хороший. Друзья, смотрите, кого я вижу. Он сидит, сидит. Хороший. Ой, сидит как? Ой. Следит за мной. Привет. Привет. Какой красивый. Эти бегают, все бегают, бегают, бегают. Этот сидит, смотрит за мной. Такой няшный, такой хороший. Бегает, бегает, бегает. А в пруду вот утка с своими детками плавает. Такие маленькие, пушистые, пушистые. Друзья, вот сам пляж. Наконец-то дошел, пока дойдешь, 2 часа пройдет. Сейчас будем купаться. Друзья, будем кушать. Взяли мы с собой еду, бутербродик сейчас сделаем, яичек вот сварили, принесли с собой. Огурцов тоже взяли. Чай обязательно в термосе. В общем, будет обедать на природе. Уже как красиво идет, смотрите.
друзья, второй идет. Бегаю с одного конца в другой конец, записываю. Вот, друзья, там еще третий идет. Вот второй получается. Мы поели, сейчас пойду снимать. Вот там стоят яхты, одна лучше другой. Красивые. Так, а вот здесь вот, вот здесь проходит вечеринки. В прошлом году там вот видел. А вот там вот платный пляж открыли в этом году, я смотрю. Песок завезли, шезлонги поставили. Пойдемте дальше. Хочу, друзья, вид показать вам еще вот с такого ракурса. Там тоже стоят вот яхты. Вот они стоят. Вау, красиво. Это что такое? Виндсерфинг, что ли? Вау. Самолет тут летает так низко. Где он? Не вижу. А, улетел уже. Как красиво. Мне бы так... охренеть. Очень красиво. Так, вот здесь вот проходят теплоходы. Красивое место прям вообще. Так, кто-то там едет. Здесь гостиница строится. Это очень долго она строится. О, сейчас туда пойду. Туда, на пирс. А что, я буду обходить, по траве пойду. Кстати, этого пирса не было. Когда я приезжал, вот, два года назад приезжал, пирса не было. Было где-то какое-то захолустье. А сейчас вот они все здесь обновили, все новенькое поставили, построили. А здесь это комнаты платные, в общем, снимаешь домик, делаешь шашлыки, отдыхаешь. Здесь вот магазинчик стоит именно здесь. А вот эти вот веранды, вот эти вот. Их снимаешь и там вот отдыхаешь. Вау, как мило. Уточки сидят, сохнут.
утють. Такие маленькие, пушистые. Две самки. Красотульки. Беседки, здесь куча беседок, их можно арендовать. Вот номера телефонов. Звоните и бронируйте. Какой-то заброшенный корабль. Там вот ресторанчики, да? Там ресторанчики. Тоже какие-то корабли. Не знаю, заброшенные или это ресторанчики. А, это ресторанчики, да. Вот раз и вот два. Друзья, природный массаж. Очень больно по этим камешкам идти вот. Ой, как горит. Больно, но это массаж полезный. Полезный массаж. Лебедь, смотрите, белый лебедь здесь даже есть. Какой красивый. О, и черный. Вот и черный. Он черный, белый. Какой красивый. А он черный. Ну как ко мне тогда убили. Купил мороженое, пломбир с клюквой, буду сейчас кушать. Так, мы уже приготовились к купанию, покушали, поснимал я кое-что. Так, сейчас переоделись вот. Плавки одели. Сейчас пойдем купаться. Солнце такое прям печет. Ладно. Пойдемте купаться. Короче, я иду купаться. Первый раз в этом году. Холодно, ребят. Иди колбаску дадим, иди. На, закрывай. Закрывай канат. На. Иди на. 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 Кидай ей. На. Хорошая собачка. Насколько? Моя хорошая.